Дизайн человека – это инструкция к самому себе. Мы рождаемся каждый в своем теле, но не получаем инструкцию к тому, как им правильно пользоваться. Это как будто вы купили автомобиль, но не знаете его характеристик. Вы видите, что есть мотор, есть 4 колеса. Вы не знаете, как быстро он может ехать, какое топливо лучше использовать или как переключать передачи, чтобы он ехал действительно быстро. Можно всю жизнь ехать на первой передаче и так никогда и не узнать реальные возможности этого автомобиля. Точно так же происходит и с нами. Мы вырастаем в мире, который полон шаблонов, какими нам нужно быть, но мир не учитывает нашу индивидуальность, наши особенности. Узнавая себя, вы выделяетесь из толпы и показываете миру, кто вы есть, какое ваше предназначение. Дизайн человека – это своего рода инструкция к самому себе. Эта система дает описание вашего генетического типа и дает ответы на большое количество вопросов. Кто я? Для чего я здесь? Каково мое предназначение? Какие мои сильные стороны? Почему я встречаю сопротивление в жизни? Или почему это происходит со мной, а не с другими? И еще много других вопросов. Мы все отличаемся друг от друга и проигрываем свои особые роли в этой жизни. Human Design помогает осознанно регулировать наше поведение, раскрывает наши особенности и адаптирует вашу индивидуальность под внешние условия. Каждый из нас уникален, мы индивидуальны. И дизайн человека – это способ описать и выразить свою индивидуальность, свой внутренний мир через внешнюю оболочку и понять, как правильно нашему телу двигаться в этом мире, что правильно и корректно именно для вас. Но не путайте дизайн человека с модой или внешностью. Здесь речь идет не о моде, одежде или внешнем виде. Речь о вашем поведении, о том, как вы устроены энергетически, как именно вам правильно принимать решения, на что при этом обращать внимание, чтобы реализовать свои возможности и таланты. Если вам интересна тема самопознания через дизайн человека, поставьте лайк под этим видео, и мы раскроем интересные особенности отдельных личностей.